Так, ну еще катанем. Где же эта странная подсказка? Чего не залазит там, блядь? Где-то должна быть подсказка. Смотри, Сюнин. Пиздец, блядь, слази, сукин сын. Нихера пока нет подсказок, что-то я не знаю, где его искать. Там вон наших корешей можно спасти, кстати. Так-так. А чё так-так? Спасибо большое. Кого-то подзагасили здесь. Видать, подсказок что-то. Какой-то перифан одинокий лежит. Вау. В целом, чё? Покажи мне. Может, на том корабле, кстати. Huh?
Может, он и по сюжету откроется. Короче, так как все загашено здесь. Сюда. Тропа великана, что-то странное. Странное местечко. А там, кстати, товарищ последний. Так, у сокровища два вот этих осталось, это все понятно. И этого кента победить. Стой, Дрэнк! Ты лишилась рассудка? Зачем так с мертвым? Он сулил мне смертный покой. Хвалился, что победил множество врагов и убил каждого из них. Теперь он сам мертв. Мертвее его не сделать. Я билась за славного Торгиста и заслужила место в Вальгале. Мне нужна лишь достойная смерть. Быть может, ты вступишь со мной в честный бой и освободишь меня от этой проклятой жизни. Ты много страдала и достойна отправиться к Одину.
Да будет так. Ну же, одного из нас проходим. Звучит просто. Стой, дорогой. Ты много страдала и достойна отправиться к Одину. Да будет так. Так. Из дренгов Торгиста, того, кто спит на дне Лохнея. Что ж, можно вернуться к этой, наверное. Спросить, что она там. Уже почти все дети Дану истреблены. Сколько там, двое осталось.
Сейчас они будут говорить, что вот там, их оказывается двое. Хотя, кто знает, может, еще есть где-то. С этим я справлюсь. Как тут прекрасно. Прежде в этих водах я смывала все свои горести. Ты не против, если я... Нисколько. Когда христиане изгнали друидов из лесов, я бежала и случайно нашла это место. Я не знала, как жить. Где мои друзья? Где мир, что я знала? Так я пришла к детям Дала. Сперва они лишь клялись хранить древние обычаи, но скоро обратились к темным обрядам. А потом и того хуже. Да, они стали убивать. Я отреклась от них и молюсь, чтобы они исчезли. Бич что-то говорила о могуществе. Сказки. Выдумки давно сгинувшего народа. Друиды теперь разобщены, у нас нет вождя. Есть король Флан. Я надеюсь на него, но я глупа. Он вовсе не питает любви к прошлому. Ему нужна новая Ирландия. Он клянется, что в ней будет место моему народу. Но грядут новые бури. И как знать, где он укроется? Ты не глупа. Мы с тобой через многое прошли. Едва не погибли. Я хочу радоваться жизни. Ты за этим меня сюда привела? Тут чудесно. Мы с тобой сможем славно отдохнуть. Я охотно разделю с тобой радость, Киара. О, чудесно. Просто чудесно. Записка от Киары. Эйвор, так сладко спал, что мне не хватило духу тебя разбудить. Прости, что я ждал вот так, встреча с детьми дама помнила мне о трудных временах. Я поняла, что хочу немного побыть в одиночестве. Киара. Куда-то дальше посылают. Какой-то замок или что это? Thank you.
вот в пропасти это вообще нечто. Еще бы так же запрыгивала. Ну-ка. Че, не хочешь лезть или что-то не вкуриваю я? Эйвор, я обязан тебе и Киаре исцелением моих людей. Хоть мне и не по себе от того, как это было сделано. Не все друиды враги тебе, владыка Флан. На тебя посмели напасть дети Дану. Киара рассказала мне о них. Вряд ли они опасны, если могут нападать лишь из-под тишка. Возможно, они лишь стремятся поссорить своих врагов. Или друзей своих врагов. Я жалею, что не доверял тебе. Но Даны пролили много ирландской крови. Я стал осторожен. Я знаю, что такое долг крови, король. Его жар так велик, что может ослеплять. Итак, король, если нам нужен Айлих, что ты думаешь делать? Там сильнейшая из крепостей в этих краях. Однако короли Айлиха живут не в ней, а потому эти глупцы уязвимы. И все же это долгий поход по неверной почве. Кто знает, что грозит там твоему войску? Аббат Эоган предложил нам разбить лагерь в его землях в Клохере. Оттуда мы выступим на Айлих. Только что принесли. Короли Айлиха просят мира. Они сдаются, прежде чем ты ступил на их землю? Многие позавидуют твоей славе. Скверное дело. Речи их мутны. Они много просят и мало обещают. Не будет вреда в том, чтобы их выслушать. А начнем с меча, дальше только война. Меня не знают и послушают. Поедешь вместо меня? Если ты доверишь мне это. У тебя есть свое мнение, Эйвор? Или ты просто поддержишь брата? Не мне решать, король. Слишком многое висит на кончике острого лезвия Скульд. Твой совет положиться на судьбу? Плыть по течению, как палый лист? Моя жизнь всегда была полем битвы или интриг. У меня не было братьев, и мое доверие нелегко заслужить. Барит Мак-Имар, король Дублина, я даю тебе право говорить от лица Флана Сины, верховного короля Ирландии. Я оправдаю твое доверие, мой государь. Ты позволишь мне сопровождать Барида, король Флан? Не стану тратить время зря, Эйвор. С Баридом ты не поедешь. Для тебя найдется другое дело. Какое же? Добейся дружбы северных Уинейлов, как прежде добился в других королевствах. В голубятнике Ара посвятит тебя во все.
Я заручусь их дружбой, король. Благодарю за доверие моему брату. Ульстер. Позырим. Здесь у нас за заказы. Ульстер. Ульстер. А это что? А, это последние дренги. Наверное, с двумя сразу биться. Интересно. Сохраним.
посмотрим, кого там загасить-то надо. Нападут, как только увидят. Это немножко сложно. Так, сундук пойти забрать. Может, еще успею парочку поручений. Королевская просьба. Там просьба еще здесь. Жестокое правосудие. Только одну цель. Сейчас позырим.
что там за цель такая? Здесь мне точно не рады. Славно полпути. Дальше у нас здесь. Не выдавать себе без лишних жертв. Сюнин, укажи путь. Тут нужно быть осторожнее. Вокруг.
Блять, ты чё пиздец там сел, блядь? Что ж, пора и честь знать. Поддержка пригодится королю Флану. Надо найти его в Клохере. Если бы татуировки какие-то свойства имели, увеличивали там урон, здоровье или еще что-то, было бы интересно. А так совсем не интересно. Там, наверное, остановлюсь.